Подключаемся, ребят. Всем привет. Из Минска привет, Минску привет. Так, всяких придурков баним. Что новенького? Новенького меня пригласили в зал The Athletic. И я нахожусь прямо здесь. Я сюда переезжаю по тренировкам. Астане привет, Тюмени привет, Ижевску тоже большой привет. Связь плохая, но что поделать. Как дела? Дела отлично. О, Альварес, привет. Крылов, не, я тренируюсь самостоятельно. Ямалу привет, в Алмазе буду, кстати, сегодня еду в Алмаз. Где обещанная видеобомба? Скоро, ребята, скоро. Сказал, что завтра будет готово видео. А если не будет видео у Лёши, короче, тогда вот этот телефон окажется у Лёши в жопе. Короче, все, Рязани, привет, всем привет. Короче говоря, про что я вам хотел сказать. Карелии, огромный, пламенный привет. Я вас обожаю, ребят. Хочу к вам на этих, на байдарках, короче, поспускаться. Короче, народ, такая тема. Сегодня 18:30, кому нечем заняться, приезжайте в офис Anal International на Невский 104, я там буду. И буду рассказывать про бизнес, про все эти дела, что происходит вообще в Anal International и как на этом зарабатывать бабки. Если вам это интересно, как я это делаю в этой компании, сегодня 18:30, Санкт-Петербург, Невский проспект 104. Приезжайте, будете узнаете просто, как эта система работает вообще. И сделайте для себя вывод, стоит вам этим заниматься или нет. Ну хотя бы вы просто будете знать, что это такое, а не какими-то там доводами, домыслами и чужими мнениями оперировать. О, пошел нафиг. Короче говоря, ребят, всем будьте добрее, умнее, веселее и здоровее. Жду вас сегодня в 18:30 на Невском проспекте 104, офис Anal International. Короче говоря, еще раз вам скажу более подробно. Короче говоря, Невский 104 нашли, прошли в арку, идете в арку до упора метров 100. Леша, хватит шебуршить. Метров 100 прошли до упора и поворачиваете направо. Там будет написано офис Anal International, и я там буду. Все, ребят, всего доброго. Мат у меня опять запрещен везде, на всех ресурсах, в том числе и Перископ, Ютуб, паблики и все прочее. Мат опять запрещен, и разрешен он уже не будет никогда. Все, ребята, пока-пока. Да, за мат бан навсегда. Все, ребят, всего хорошего. Так, всех хейтеров, они идут в бан моментально навсегда. То есть, если вы захотите зарабатывать бабки со мной, ребят, вы даже со мной не свяжетесь никак. Все, ребят, пока-пока. Жду всех ребят, которые хотят зарабатывать деньги и которые хотят выбраться из крабьего менталитета. Все, ребят, пока-пока. Пам. Ах, стоять, стоп. Ребят, забыл пожелать, будьте добрее, умнее, веселее и здоровее. Пока-пока.